шапку надень! Чтоб всем дома был и далеко не уходи! Батя! Домой! Там сначала какой-то с иголками воду пьет, а тут из-за елки как кто-то выпрыгнет и давай лапами махать. А лап у него не две, не три, а штук 60. Да ладно? Ну, может 6, много в общем. Ничего себе! Потом синий с неба свалился, а у него 3 глаза. Он мне язык показывал. Ну и ну. А потом вообще жуть всякая. Один черный, другой красный, все они с рогами и с крыльями. И глаз у них так много, и все из-за кустов на меня таращатся. То тут, то там выглядывают. Ну и фантазер. Ну, в общем, не погулял я особо. Да и вообще, на улице холодно. Потому что шапку надо носить. И шарф теплый. Эх, кому я все это говорю?